Привет, Шумахер! Как дела? Конечно же, вы не Шумахер, но очень скоро у вас появится возможность купить себе новый автомобиль. Знаете, мне надоел тот мусорообман, который сейчас крутится в интернете. И прямо сейчас я покажу вам свой проверенный метод заработка, который работает в отличие от остальных. Уйди отсюда. Уйди отсюда, мне рано вставать завтра. Уйди отсюда. It's mine, you understand? Mine! All mine! Get back in there! Down, down, down! Go! Ты поставил $5 на это? Открываемся, открываемся. Три дамы и две девятки. Парень, ты знаешь, что такое full house? Да, и что такое блеф тоже. Мне, в принципе, тоже некуда уходить, если захочу от Стёпы уйти. Но я как бы думаю, что он мне квартиру снимет. Очень просто. Вот вы запоминаете, да? Вот оно. Перезагрузка называется. Оп, оп, теперь качество, качество настрой. Подожди, качество, ёманый. Настрой, настрой. Перезагрузка. Как ходят девушки? Чё? Ну как ходят девушки? Как ходят девушки? И похуярила! Проверка шлема, час номер два. Вай, блядь! Патриарх Кирилл теперь ВКонтакте. Сегодня он зарегистрировался в крупнейшей российской социальной сети. Это уже второй аккаунт патриарха в соцсетях. Первый появился 3 года назад. Ну нахер. One. Oh, where's the wheel? Where's the wheel? Oh my God. Oh! Thank you.
Скажи, мама. Мама. Папа. Мама, скажи. Папа. Нет, мама. Папа. Скажи, мама. Папа. Нет, скажи, мама. Папа. Скажи, мама. Папа. Мама. Папа. Мама. Скажи, мама. Папа. Мама, скажи. Камин, скажи, мама. Мама. На, я тебе дам шоколад. Скажи только, мама. Папа. Я ударил женщину впервые в жизни. И это весело. Покажу вам живые деньги, которые я заработала с помощью своего метода, чтобы вы убедились, что он действительно рабочий. Вот они. Здесь 18 тысяч долларов. Деньги я держу в валюте по понятным причинам. Я не собираюсь их раскладывать на столе и хвастаться, просто хочу, чтобы вы увидели сам факт заработка. Имейте в виду, что каждый участник моей команды будет зарабатывать точно так же.